Шалом, Хаверим! Приветствуем вас, любовь Господа нашего Иешуа. Привет из города Проскуров. Община Бейт Симха, Дом Радости. Действительно, живем мы сегодня в очень, очень интересном мире. События, которые разворачиваются перед нашими глазами, просто удивляют. Мне кажется, что сюжет закручивается и стремится уже к своему логическому концу, который написан в книге Библии, да, в Слове Божьем. Друзья, и все-таки хочу сказать одну вещь. В том, в чем мы сегодня живем, в том информационном поле, в котором мы живем, мне не нравится одна вещь. А то, что мы чересчур много думаем, говорим, знаем, изучаем все об этом смертельном вирусе, коронавирусе. Я сейчас говорю. Друзья, у нас есть один Господь, которого мы должны провозглашать, которого мы должны проповедовать, и ни в коем случае не бояться всего того, что происходит вокруг нас. Страх – это самое мощное оружие, которое есть у сатаны, но мы его не боимся. Хочется, чтобы все свое внимание мы переключились на нашего Господа, на нашего Отца. Он действительно победитель. Его мы должны провозглашать, его мы должны проповедовать, о нем мы должны говорить. Прославляю, как царь Давид, прославляю, как царь Давид, Иешуа, Бога моего. Так что возвращаемся к источникам живой воды. Это действительно для нас будет благословение. Не бойтесь никаких коронавирусов, не бойтесь никаких экономических негараздев. Все это пройдет. И действительно Бог нас выведет даст свое благословение. У нас получится все. Шалом, дорогие.